Даже за приватную на Блэкмор. Это, видимо, какой-то дедок. Алекс Теренин 2661. Ну, видимо, 61-го года. Это как обычно, такие вот детки. А зачем ты так быстро говоришь? А еще красный и блестящий. Что-то с обменом веществ. Это ты медленно слушаешь. А красный от солнышка и блестящий от витаминов и здоровья. Так что тебе развитие скорости мышления. Избавляйся от своей болезной бледности. Удачи. И заблести. Ну и, собственно говоря, пошел нахер тупой дедок отсюда. Напутствие и бан.